пока что дорабатываются все детали, связанные с валютными отношениями, с возможностью использования криптовалюты, с различными вариантами этого использования. И, видимо, к середине следующего года, к середине 2018 года, все-таки будет подготовлен какой-то законопроект, которая позволит разобраться в том, как же все-таки легально относиться к криптовалюте, какие можно будет сделки заключать с ней, если можно будет, и какие будут, соответственно, правовые последствия.